Приветствую тебя, дорогой зритель канала Заигральщики Обзоры. Сегодня в обзоре компактная недорогая USB LED лампа, которая крепится в любом месте, работает от USB и обладает несколькими оттенками освещения, плюс имеет собственный датчик сенсорный, без всяких выключателей, чтобы включить, просто проводим рукой и все. Также имеется разная длина. 30 сантиметров стоит $6, 50 сантиметров на доллар дороже. Ну и платная доставка. Ссылку на этот светильник сразу оставляю в описании под видео и в закрепленном комментарии. Я заказал сразу два, запакованы они хорошо, естественно, длинная упаковка, внутри еще несколько воздушных упаковок. В комплекте получаем два вида крепежей на зажимах с шурупами и двусторонний скотч. С обратной стороны указаны параметры нашей LED-лампы, что она 5 Вт, 50 см и 3 оттенка испускаемого цвета. В этом месте располагается сенсор, который реагирует на включение, и маленький голубой индикатор, который оповещает о том, что данная LED-лампа просто в режиме ожидания. Задняя часть выполнена из алюминия, а сами светодиоды закрыты матовым белым пластиком. Данный USB светильник потребляет 5 Вольт 0,8 Ампер. Это немного. И от 20-тысячного пауэрбэнка у нас работает несколько дней. Небольшие короткие тесты на столе для обзоров. А теперь перенесемся в реальные тесты и закрепим его уже на кухне. Ну что ж, теперь пришло время протестировать. Видите этот синенький огонек? Я подношу туда руку, и свет включился. Отлично. Заменит вот эту лампу. Она работает тоже исправно, но когда нет света, это будет очень выручать. При этом можно не сомневаться, что будет свет здесь, на столешнице, и можно изменять освещение. Вот так вот выключает. А если вы только включили, то можно несколько раз провести, и она имеет несколько типов освещения. Раз, два. Так, сейчас вот так, так, так. Вот. Удобно. Правда, если от пауэрбэнка, то он переходит в режим ожидания. Если мы вот так вот ее выключили, спустя около 2 минут, по-моему, у меня пауэрбэнк мой отключается. Но если будете использовать от USB зарядки полноценной, то тогда без проблем будет работать. Отлично. Алюша тут такой себе натюрморт собрала. Не знаю, как это назвать. Инсталляцию. Спасибо тебе, Валюшечка. Все настоящее, друзья. Вот такой вот вкусный рулетик делала. Это тоже мяско, только другого цвета. Да и если бы не мяско, то жирок тоже отлично подошел бы. Это хлебцы, калина. Этот несъедобный цветок. Хотя для кого как. Может, кто-то и кушает. Всем спасибо. Ставьте лайк за труды. До встречи в новых видеопроектах. И да, дорогой зритель, не забудь подписаться на телеграм-канал. Публикую, какие гаджеты получаю. А также не вошедший материал, который не выходит на этом канале. Но зато публикую его в телеграм-канале Заигральщики Обзоры. Ссылка есть в описании под видео.